Привет, меня зовут Ася. Я хозяйка компании «Кальян-клуб» и легендарного кальян-клуба «Омар Хайям». И я организатор самой большой кальянной выставки в России. Это будет грандиозное событие. 4-5 марта 2017 года на самой большой выставочной площадке старейшего выставочного комплекса «Ленэкспо» в Гаване пройдет самая большая кальянная выставка России. Она соберет порядка 130 кальянных брендов. Мы увидим более 5000 посетителей на территории более чем 10 тысяч квадратных метров. Это больше, чем выставка в Вегасе, поэтому мы с гордостью можем считать, что мы являемся самой большой выставкой по кальянам в мире. В рамках выставки пройдут 3 профессиональных конкурса. Первый день это будет 2 самых престижных кальянных конкурса. Первый из них – классический кальян. Все конкурсанты будут равны между собой. Их задача будет создать идеальный классический кальян. Второй конкурс – это знаменитый «Хука Баттл». Конкурс среди кальянных коллективов, которые придумывают креативные кальяны. Следующий конкурс, который будет проходить в первый день – это «Хука-рематч». Конкурс на скорость забивки кальянов. В рамках выставки пройдет ряд семинаров и мастер-классов. Вы сможете узнать не только новые способы забивки и интересные способы приготовления кальянов, но и услышите бизнес-темы, которые помогут вам не только развить и продвинуть свой бизнес, но и найти новые способы лояльности и контакта с вашими потребителями. Самый большой павильон, как раз 10-тысячный, на нем будут располагаться только кальяны. В соседнем павильоне будет проходить выставка «Вейп-экспо», на которой смогут разместиться все представители вейп-индустрии. Я жду вас всех, я уверена, что это будет потрясающее зрелище, огромное количество впечатлений, 2 дня феерии, 4 и 5 марта, когда в Петербурге слякоть и грусть. Я надеюсь, что вы получите то удовольствие, которое затмит нашу не всегда хорошую питерскую погоду. 4 и 5 марта, Ленэкспо в Гаване, Санкт-Петербург, 2017 год. Ждем вас!